Вот одна из тех историй, о которых люди спорят, и не день, не два, а много лет. Началась она так просто, не с ответов, а с вопросов. До сих пор на них ответов нет. Здравствуйте всем, кто меня смотрит. С вами Миша Пи. И с вами будем разговаривать Курт Эпсилон, крутая Сандхэнс. Ну, для начала я скажу, что я начал выпускать выпуски новые про праздники, рассказываю там. А вот я что подумал, какая это пару выпусков выпустил. Может, это вообще имеется в виду праздник или какой-нибудь школы. Оказывается, что нет. Ну, пишите насчет того моего мнения в комментариях, если хотите. Ну, пойдем к тому, что я говорю в третьем выпуске. То есть, я хорошо в прошлом выпуске будем про мою версию рассматривать, которую ты говорил. Это про карту, которую я показывал в предыдущей серии. Вот она. И это места, которые обозначены связаны с пунктом Эпсилон в этом треугольнике. Это я нашел в интернете. Я подумал, что поможет задать загадку, зацепку-нибудь, засыпаю бы по этим местам. Кто не видел мои предыдущие выпуски о пункте Эпсилон, посмотрите сами. Я под видео оставлю ссылки на эти три предыдущих выпуска. Ну, а сейчас посмотрим три точки. Сначала красным, который мы сейчас посмотрим. Борис Андреас. Так что поехали. Вот первая точка красным отмеченным, приехали. Давайте осмотримся. Первое место мы посмотрели, красным отмечено. Можно наложить пластику, крест, например. Ну, например, можно Гитлеровск и Германия наложить крест. Ну и другие. Это как-то связано с
знаком кута Эпсилона, но все-таки косвенно. Может быть, давайте поедем в следующее место, обойдем на красном. Это пляж, тут вот ничего особенного, кроме людей, что так далеко от города, что они находятся. Ну и правда, как-то похоже на собрание культа. Ну, поехали на следующую красную точку. Так, мы поехали на следующую точку. И тут то же самое с пластику. Наложить клубы. Ну и других, как говорю. При первом случае. И это напоминает нам колесо. Машина. Или еще что-то. Поехали дальше. Так, мы смотрели места красным, которые обозначены. Так, а теперь поедем по точкам. Тему точкам, которые определены зеленым. Мы заодно заедем, где пересекаются красные. Путь. Мы приехали. И давайте рассмотрим места. Так, ничего интересного не обнаружили, что мы заработали тут. Ну, поехали дальше. Дальше это озеро, и как раз метеор пересекается от линии. Вот мы на озере. Ничего интересного тоже, но только из-за этого прошел мостик. И сильно там его подсвечивалось. Давайте перепределим его мостик по этому. Видим. Из бочек сделано. И досок. Как видите, синим подсвечивается. И сзади нас дома. Давайте глянем, что дома. Ну, тоже ничего интересного нет. Так, приехали на первый пульт.
Стоит пару штучек тут у нас. Так, мы видим карту выходящие. Давайте его проводим на куда он едет. Побудем немножко с сеньорами трактора. Вот мы почти приехали на то место, куда трактор едет. Второй уехал. А вот задача трактора будет указать круги. На этот миг уходит в ноль. Или парамейская тоже. Ну, больше на ноль похоже будет. Давайте другие места посмотрим. На ферму мы приехали. Еще на одно место где-то. Поле. Тоже ничего интересного нету. Итак, мы побывали на всех местах, которые обозначены на карте, решили нового. Это мост, который встретится с ним. Там тоже ничего особенного нету, но я там бывал. Ничего особенного, кроме подсветки синего цвета. Ночью. Переходим дальше. Покуда я ездил по открытой точке, я нашел одно место, магазин, который обозначен на карте. Я сейчас вам это покажу. Вот это место. Вот сейчас зайдем и увидим, что это магазин 24/7. Это тип как с парикмахерской. Тоже не обозначен, но она есть. Надо как-нибудь связать территорию места с культурным опсионом. И еще в прошлом выпуске хорошо. Попробуем сегодня еще проехать куда-то к машине и постоять там, которую я показывал путь в прошлом выпуске. Кто хочет, посмотрите. А мы сейчас проедем на маршруту. Так, мы проехали. Thank you.
Еще немного осталось до того места, для которого мы сейчас едем. Я могу хоть с машиной, красным. Смерть моей. Но где он тут на самом среде? Короче, мы тут высадим тачку, поедем на сугробу, пойдем пешком. И так мы стоим. Да. Пока ты грузил свой камень на счет. И посмотрим, сработает или нет. Наши раздатки. Почему на софте, как она задвигалась в игре. И видим, как ничего не происходит. Впрочем, мы там ищем. Поехали дальше. Я сделал то, что обещал в прошлом выпуске.
Так что... присылайте свою версию в комментариях. Это у меня ВКонтакте в группе. А сейчас итог выпуска четвертого оккультного псевдота. Мы сегодня провели реверсии, которые помог нам создать. Она провалилась полностью, когда машины были. А вторая частично подругает закутирование косвенного пока, но не полностью подругает его, только косвенно. Если не знаете, что это такое косвенно, поищите в интернете, я не буду рассказывать, потому что много уже видео есть про косвенное. Уберите там, вы сами в интернете найдете. И давайте прощаться с вами. Пишите в комментариях вашу новую версию. Так, посмотрим. Слышимся в выпуске. Создайте палец вверх кому понравилось видео. Делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.